Волонтеры «Доброго сердца» продолжают благотворительный марафон «Восстановление святыни родники Беларуси». Сегодня восстанавливают уникальный подземный источник в Столбцовском районе. Пока родничок трудно заметить в густой траве и прошлогодних листьях, но уже совсем скоро здесь появится ограждение, установят скамейки и сделают лестницу. По словам жителей, этот источник действительно чудесный. Вкусная и чистая вода, как утверждают местные, и от болезни лечит, и желания исполняет. Когда появилась креница, точно неизвестно, в последнее десятилетие ею не пользовались, а дубовый сруб и лоток, по которому сбегала вода, давно утратили внешний вид и функциональность. Жил тут неколи дед Матей, а уже кренишку обустраивал его сын. Зрабил запруду, обложил каменем, валунами, посадил ивы, вербы, и завсюду люди... Мясовые, коли шли в церкву на вербницу, обовязково заходили сюда, ломали, резали эти галинки, потому что это место считалось у мясовых неким местом святым. Помогаем делать добро природе, чтобы наша природа не засорялась, чтобы сюда приезжали туристы, смотрели, как у нас в Беларуси красиво. Дождик нам не помеха, мы все равно будем трудиться, будем помогать, несмотря на дождь. Эстафету добра активно подхватывают волонтеры по всей стране. В списке еще более 70 объектов, которые предстоит восстановить и благоустроить.